А как пополнять тарифы на карте семьи? Как класть денег на сим-карты? Прежде всего, вам нужно взять в руку вашу карту, с которой вы хотите пополнить, и взять в руку телефон. Вы нажимаете на значок «Семью». У вас открывается ваш личный кабинет. Пополнять нужно либо после того, как у вас проходит обновление тарифа. Чтобы узнать дату, в которой у вас закончится действие вашего тарифа, вы открываете ваш личный кабинет и смотрите, допустим, как вот в этом номере. Сейчас он загрузится. Вам будет видно, что ваш основной тариф, не обращайте внимания на дату с аккумулятором, ваш основной тариф действует, как вот здесь, где написано 22 гигабайта, написано Valido Asta L0207. Это значит, что тариф работает до 2 июля. Также у вас будет написано Valido Asta L, там, допустим, 30 июня. Это значит, что в день там, 2 июля, как здесь, это будет последний день, когда тариф работает. После этого дня вам нужно сделать пополнение. Также желательно за день до отключения тарифа посмотреть, сколько гигабайт у вас осталось, чтобы понять, насколько вам нужно их пополнить. Далее, чтобы пополнить, мы возвращаемся на основной номер и переходим внизу, нажимаем на кнопочку «Ми тарифа». Если вы хотите пополнить на какое-то конкретное количество гигабайт, вы знаете, на какое вы хотите пополнить, вы переходите вот в эту вкладку «Ми тарифа», ждете, пока она загрузится. Загрузка иногда происходит долго, потому что тарифов много, и все-таки это достаточно важная операция. Сейчас пройдет загрузка. Вы нажимаете здесь «Ок». После этого, так как у вас припаго, вы нажимаете на ярлычок «Припаго», он у вас вот так переключается. Далее вы видите, какой у вас до этого был тариф. Здесь ничего нажимать не нужно. Далее вы выбираете вкладку «Интернет», нажимаете на кнопку «Комбиар» и выбираете какое-то конкретное количество гигабайтов, которое вам нужно. Если тариф остается таким же, то выбираете то же самое. Там, допустим, вам у вас осталось 6 гигабайт, вам не хватает там 12, вы нажимаете, допустим, на 12 гигабайт. То есть, как бы тариф уже выбран. Далее вы видите с правой стороны сумму, относящуюся к тарифу. Нажимаете «Аппликар камбиос». Далее у вас будет вот такой вот вопрос. Там тарифы базы припагу. Вы как бы меняете свой тариф. Нажимаете «Локьеру». Если у вас есть какой-то остаток, вам система предложит пополнить на нехватающее количество денег. Вы нажимаете на кнопку «Рекаргар» и здесь пополняете на ту сумму, которую вам предлагает система. Если же вы хотите пополнить на большую сумму, здесь же вы выбираете либо предложенные 5, 10, 15, либо же вбиваете какую-то свою. Большой плюс, что здесь можно в приложении можно вбивать суммы не кратные 5. То есть это может быть и 12, и 17 евро. Все зависит от того, что вам нужно. Допустим, в данном случае нам система предлагала 7, поэтому оставляем 7 евро. Далее вы выбираете тип карты. Вводите номер карты. У меня это вводится автоматически. В верхнем титулярте тархета вы вводите имя и фамилию, дальше номер тархеты, потом
Fecha de caducidad – это дата, до которой она действует. CVV – это код с другой стороны карты, трехзначный код. После этого, если вы не хотите сохранять данные своей карты в приложении, отмечайте галочкой «No quiero guardar mis datos de pago en семью». Если хотите, то оставляйте окошко пустым. После этого нажимаете кнопку «Recargar» и «Comprar». У вас произойдет, я сейчас этого не буду делать, у вас произойдет загрузка. И после этого система автоматически обновит ваш тариф. Старые гигабайты с прошлого месяца, оставшиеся, перейдут на новый месяц. И плюс добавятся те гигабайты, которые вы оплатили.